Волонтеры – это люди с большим сердцем и открытой душой, которые всегда готовы прийти на помощь. В Брестском государственном университете имени Александра Сергеевича Пушкина таких очень много. Ежегодный фестиваль волонтерства на благо общества собрал всех тех юношей и девушек, которые делятся своей добротой, своими знаниями и умениями с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Волонтерская деятельность, конечно, очень значима для наших студентов и для общества в целом. Это те люди, которые добровольно, бескорыстно помогают различным категориям населения. В нашем университете 27 волонтерских отрядов. Это более 1000 обучающихся, которые с добрым сердцем и с радостью отдают свое свободное время для того, чтобы помочь другому человеку. Мало того, волонтерская деятельность, она очень значима и для профессионального и личностного роста наших студентов. Фойе университета было ярко, весело и громко, а все потому, что волонтеры перед началом фестиваля работали на различных площадках. Им было что показать и рассказать. Фестиваль проходит 4-й год и с каждым разом только набирает обороты, потому что волонтеров становится все больше, а значит и интерес к этой деятельности растет. Фестиваль является ежегодным, это уже 4-й раз. Он проходит в нашем университете, и неудивительно, что именно здесь, ведь именно наш университет является основоположником волонтерской деятельности в Брестской области, да и в общем-то в стране в целом. В нашем университете на данный момент более 1000 волонтеров, и они осуществляют свою деятельность по разным направлениям, в зависимости от деятельности факультета и вообще от потребности общества, можно так сказать. Наши волонтеры также постоянно обучаются на разных площадках. Это и городские какие-то мероприятия, и областные, и республиканские. Также очень приятно, что они отмечаются почетными наградами со стороны Министерства образования, со стороны Организации Объединенных Наций. И это происходит регулярно. Вот именно поэтому это мероприятие так нужно нам, чтобы встретиться, обменяться опытом, поделиться своими наработками, ну и, в общем-то, определить планы на будущее. Один из ярких волонтерских отрядов – отряд «Шанс». В приоритете у этих ребят спорт, а потому одно из выбранных направлений – помощь людям с ограниченными возможностями. Слоган «В здоровом теле здоровый дух» на взгляд волонтеров поможет подопечным не на словах, а на деле поверить в то, что и с ограниченными возможностями можно иметь шанс социализироваться в обществе. Такое взаимодействие помогает не только нуждающимся в помощи людям, но и студентам-волонтерам. Они учатся работать с людьми и быть полезными. Это помогает вообще в учебной деятельности, так как я буду в спортфак, я занимаюсь людьми, и мне нужно это как учебная деятельность, работа в оздоровительно-спортивных, массовых вот этих соревнованиях, вообще работа с людьми и помощь им, это мне помогает в моей будущей деятельности, специализации. И вообще, волонтерство – это не подвиг, это в многом случае для самой себя что-то интересное. Просто хочется сюда приходить и участвовать. Награды, грамоты, подарки – лишь малая часть той благодарности, которую выражают волонтерам как руководство университета, так и люди, нуждающиеся в помощи. В народе говорят – за добро добром воздастся. И действительно, доброта, которую отдали волонтеры, им вернется многократно. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.